А в смысле? Это что за херня? Чё? Я запишу это. Чё было? Я только что две ульты выпустил, ничего? А как ты мог выпустить две ульты? Всем привет, с вами Скай. Ну как вам моя реакция? Сегодня я расскажу вам об одном забавном баге. Используется Prime Казниона. А она, как мы знаем, задействует ядро лазера, и если противник, которого вы казнили, выходит из игры в тот самый момент, когда используется ядро лазера, то казнь прерывается, но вот ядро продолжает работать, и им вполне можно кому-нибудь навредить. Что интересно, если на момент казни ядро уже было заряжено на 100%, то после прерывания казни оно и будет тратиться. А вот если перед казнью 100% ядра не было, то ядро из казни начинает заряжать новое ядро, и таким образом можно выпустить два ядра подряд. Ну, а у меня на этом все. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, и увидимся на полях сражения Фронтира.